Слово предоставляется Ильину Алексею Георгиевичу, начальнику управления инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области. Пожалуйста, Алексей Георгиевич. Добрый день, коллеги. Мне очень приятно присутствовать на таком достаточно серьезном техническом и с большим количеством участников форуме. Значит, я хотел бы продолжить ту мысль, которую Антон Петрович сказал о том, что действительно серьезный и потенциал инвестиционной подготовки проекта в степени очень высокой в районе. Министерство инвестиций и инноваций Московской области серьезно относится ко всем проектам, в том числе и в, скажем так, в экологическом сельском хозяйстве, так как все-таки это некая альтернатива современному интенсивному сельскому хозяйству, где не совсем, скажем так, все нормы требования экологической безопасности и, в первую очередь, продуктов питания соблюдаются крупными предприятиями. Это также вовлечение в оборот земли сельского значения, это создание рабочих мест. И в программе, которую поставил руководитель региона, увеличение по всем показателям и вывод Московской области в лидеры в Российской Федерации, сельскому хозяйству уделяется очень большое внимание. Вот, поэтому мы присутствуем на этой конференции, поддерживаем любые инвестиционные инициативы и, соответственно, значит, в ближайшее время, я думаю, что дополнительный комплекс мер, связанных с региональной поддержкой в области налоговых льгот, она будет только усилена, эта работа. Так что, милости просим, обращайтесь в регион, приходите, создавайте здесь производство, рабочие места. Мы вам будем очень рады. Спасибо.